С установлением благоприятных погодных условий возрастает число граждан, выезжающих отдыхать к водоемам. Для минимизации количества правонарушений и преступлений, а также несчастных случаев в таких местах, Министерством внутренних дел запланировано проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности граждан. В этой связи напоминаем, что далеко не на всех водоемах можно безопасно купаться. В местах, где этого делать нельзя, установлены соответствующие запрещающие знаки. Также обращаем внимание, что в зонах отдыха и на пляжах распитие алкоголя запрещено. Наибольшей опасности в воде подвержены граждане в состоянии алкогольного опьянения. Особый акцент на безопасности несовершеннолетних. Родители, контролируйте своих детей, не оставляйте вблизи водоемов без присмотра. Постоянно напоминайте о правилах поведения на воде, опасностях игр, ныряния и купания в запрещенных местах. Не менее важно помнить о соблюдении правил сохранности имущества в местах отдыха. Планируя свой досуг, необходимо изучить правила поведения в местах массового отдыха, на водоемах. Соблюдение установленных требований позволит достойно провести время, избежать неприятностей и трагических последствий. Сделайте отдых безопасным, полезным и здоровым. Берегите себя и своих близких.